Перейдите в вкладку «Разместить объявление». Выберите, какое действие вы хотите совершить. Рассмотрим на примере продажи монет онлайн. Укажите вашу страну, способ оплаты, валюту и вашу цену за одну монету ООН. Если вы укажете минимальный лимит – одна монета, а максимальный – 100, значит покупатель сможет купить у вас любое количество монет в рамках заданного диапазона – от 1 до 100 монет. Обратите особое внимание на поле «Детали оплаты». Вам необходимо указать реквизиты платежной системы. Например, если вы хотите, чтобы покупатель совершил оплату посредством «Сбербанк», в поле необходимо указать соответствующие реквизиты для данного способа оплаты. По завершению нажмите «Создать объявление».